Вот уже на протяжении 50 лет Красногорская художественная школа собирает под своей крышей одаренных детей, желающих развиваться не только по общеобразовательной программе, но и расти творчески в стенах этого учреждения всегда было предостаточно. Да и сегодня азы изобразительного искусства здесь изучают около 300 учеников. Живопись, графика, скульптура – это далеко не полный перечень дисциплин, которые осваивают местные мальчишки и девчонки в течение 5 лет. За большой период времени накоплен методический опыт преподавания, накоплен опыт работы по разным дисциплинам. Это и рисунок, и живопись, и композиция, и прикладная композиция, и скульптура, и пленэр. Данные предметы являются базовыми. Мы считаем, что ребенок должен получить именно основы в этих предметах. И поэтому в традициях школы все 50 лет существуют вот эти базовые предметы. Связать свою профессиональную жизнь с изобразительным искусством хотят многие ученики художественной школы. И данное учебное заведение является в этом большим подспорьем. Ведь несколько лет назад образовательный процесс здесь стал предпрофессиональным. У нас через 2 года будет первый выпуск по предпрофессиональным программам. Они, в принципе, возвращаются к старой базе советской школы, куда вводится большее количество часов по рисунку, по живописи, по композиции. И вводятся такие важные моменты, как натурщик. Если раньше это была неоплачиваемая профессия, то теперь она входит в штатное расписание. В целях привлечения большего количества детей к изобразительному творчеству в прошлом году школа открыла свой филиал в Изумрудных холмах. Тогда несколько педагогов пополнили штат образовательного учреждения, которое сегодня составляет всего 12 человек. Примерно половина из них – выпускники Красногорской художественной школы. Коллектив маленький, но у нас занятия не индивидуальные, у нас занятия коллективные, групповые. И 12 преподавателям удается справляться с таким большим количеством, хотя отделение нашей школы будет еще развиваться в Изумрудных холмах, и туда еще набор преподавателей в течение 2 лет будет расти. Поэтому, я думаю, максимальная комплектовка школы будет где-то 14 преподавателей, около 350-400 человек. Красногорская художественная школа – постоянный участник и победитель творческих конкурсов. Кроме того, многие работы местных воспитанников используются в методических материалах, в том числе для высших художественных учебных заведений. Все это говорит о высоком уровне образовательного процесса и педагогического состава. Мы участвуем и в зональных конкурсах, и в областных, и международных, и всероссийских. Конкурсы бывают сложные. Но мы вытягиваем линию, и нам удается это делать. Но я подчеркну, что выставка выставкой, но главная задача – это учебный процесс. За всю свою историю из стен Красногорской художественной школы вышли около 3000 человек. Не все из них связали жизнь с изобразительной деятельностью, но одно можно сказать наверняка – здешние выпускники – это творческие и талантливые люди, которые умеют ценить прекрасное и разбираются в искусстве. Максим Мельников, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КРТВ.